Представь себе ситуацию. Ты стоишь перед зеркалом. Это, кстати, олимпиадная задачка, которая у меня попалась в классе так в 8-м, по-моему. И пытаешься в нем разглядеть свои ноги. Но в силу законов физики... Так, пускай вот это вот будет глаза, короче. Зеркало висит слишком высоко. Ну, потому что угол падения равен углу отражения. И ты максимум видишь только свои коленки. Так вот, вопрос. А что нужно сделать, чтобы увидеть свою обувь? Подойти или отойти? 5 секундочек на подумать. Если твой ответ был отойти, то ты ошибся. И если твой ответ был подойти, ты тоже ошибся. Прикинь. Дело в том, что даже если ты подойдешь, так как угол падения равен углу отражения, то ты свои ноги будешь видеть на прежнем уровне, на котором видел до этого. Или, говоря математическим языком, видишь вот здесь вот треугольничек. От того, что ты подходишь к зеркалу, длина основания у этого треугольника у тебя не меняется. Поэтому единственный вариант увидеть свои ноги, это поднять их или подпрыгнуть. Го проверяй к зеркалу.